22 ноября 2016 года в центре Москвы в отеле Marriott Royal Aurora прошла пресс-конференция компании Elvis Plus, приуроченная к ее 25-летию. Участие в общении с прессой приняли первые лица компании. Событие привлекло внимание ведущих отраслевых изданий и федеральных СМИ. Руководители компании с волнением вспоминали первые шаги Elvis Plus. Четверть века назад в сложнейшей, крайне неопределенной ситуации принимались смелые решения. Запускались проекты с крупными российскими и зарубежными потребителями. Плодотворное сотрудничество со многими из них, например, с Банком России, продолжается по сей день. Технологические прорывы и выполнение сложнейших заказов стали основой, на которой Elvis Plus утвердила себя в качестве одного из лидеров российской отрасли информационной безопасности. Это первая частная компания, которую я создал. Чувство того первенства, которое было, оно остается. Что-то появлялось, там продавалось, покупалось. А эта компания живет, напоминая мне о моей молодости. Это новый этап, и на этом новом этапе нужно научиться тому, что компания больше, а проекты не менее ответственные, даже в чем-то даже более ответственные, чем на старте. Делегирование ответственности, необходимость принимать решения на среднем уровне, на уровне проектной команды, это уже сделано, но психологическое осознание этого, оно только приходит, и этому надо научиться. Компания выживала и совершенствовалась именно за счет высокого качества своей работы. Это не приносило нам сверхдоходов, но тем не менее нам постоянно позволяло оставаться в рынке, поддерживать, так сказать, нормальные отношения, так сказать, со своими ключевыми заказчиками. Я говорю, потому что, так сказать, отношения с тем же самым Центробанком насчитывают уже более 20 лет. Это любая компания, она определяется вообще-то людьми, которые в ней работают. И в разные времена компании, у компании были лидеры, их достаточно большое количество, тех, которые, ну, вкладывали душу, потому что вообще присутствовать на рынке, это требует усилий. Компанию определяют люди, и те, которые считают эту компанию, по сути дела, частичкой своей жизни. Серьезным испытанием был 98 год. Причем мы туда попали по полной программе. Именно тогда компания получила второй старт. Люди собрались, мобилизовались вокруг руководства. Не было, вот как сейчас помню, никаких трений в коллективе. Мы все время были на острие технического прогресса, это всем было интересно. Интересно нам, интересно нашим заказчикам, мы этим жили. И, в общем, это был такой, ну, действительно, очень серьезный момент. Некоторые наши сотрудники молодые говорят, ну что, говорит Юрий Витальевич, вы же понимаете, Elvis — это не просто компания, это идеология, это образ жизни. Самое главное вот в наши так непростые времена, я считаю, не потерять вот этот дух, браться внутри коллектива. Одной из сильных сторон Elvis Plus партнеры неизменно называют инновационность, работу на переднем крае высоких технологий. Поэтому в ходе пресс-конференции говорили не только о достижениях и текущих проектах, но и о том, какие тренды рынка информационной безопасности будут актуальны в ближайшие 5-10 лет. Мне хочется, чтобы все, кто работает, они продолжали оглядываться не на возраст компании, а считать, что каждый день компания начинает что-то новое, и что компания молода и активна, а не такой застывший там, взрослый зверь, да, была хорошей, такой яркой и игривой, и поэтому это будет все наполнять, если это будет все происходить, то и всем, кто в ней работает, будет весело. Хотелось бы, чтобы все люди, которые сейчас трудятся в компании, чтобы они именно в компании Elvis Plus смогли реализовать свои чаяния, профессиональные, саморазвитие. В общем, всего самого наилучшего, успехов во всем, здоровья, счастья. Хочу еще раз поздравить вас, пожелать вам всем успехов в вашем труде, вот, пожелать вам личного счастья. Вот, и гордиться тем, что каждый из вас является частичкой нашего коллектива. Продолжением пресс-конференции стали торжества по случаю юбилея компании. Участие в праздновании приняли коллеги из ведущих компаний отрасли, заказчики, давние партнеры и друзья, а также все, кто посчитал своим долгом поздравить с радостным событием юбиляров – коллектив Elvis Plus. В то время, когда я пришел, это же был 2001 год,
значит, в эту сферу информационной безопасности, связанную с криптографическими решениями, то компания Elvis Plus, она уже была на слуху. И это, в принципе, тот был первый системный интегратор, с которым я познакомился. И я само понятие системный интегратор у меня вот четко ассоциировалось, значит, именно с Elvis Plus. Мы всегда умели договариваться. Этим компания Elvis Plus отличается, она готова к диалогу, она с ней можно всегда и нужно, и хорошо получается договариваться, комфортно. Вот так я выразился, да. Комфортная компания. Хочется пожелать, это 7 футов под килем, это миновать все рифы, которые они встречаются, это пережить непогоду, которая обязательно будет, буря в тихой лагуне, но не застояться там, а очистив днище корабля от наростов кораллов, идти вперед, вперед, вперед. С компанией Elvis Plus наша компания знакома уже порядка 5 лет. Мы успешно сотрудничаем по большому количеству заказчиков. У Elvis всегда потрясающая команда. На самом деле это ребята с большой, слаженной, дружной командой. Будь то какие-либо старшие бизнес-руководители, заканчивая самыми младшими инженерами. То есть видно, что на всех этапах у них очень слаженное взаимодействие, построенные дружные коммуникации. Хотелось бы пожелать коллегам не потерять этого ценного дара, который у них есть, дальнейшего процветания, хороших заказчиков, утвержденных бюджетов, веселых корпоративов и всем сотрудникам премии от руководства, конечно же. А руководству хорошей прибыли от этого непростого, но столь интересного бизнеса. Компании, которые у нас прожили и проработали 25 лет в условиях вот такого интенсивного изменения, немного. Некоторые не выжили, многие не выжили. Вот. А Elvis, слава богу, на плаву. Elvis не просто на плаву, у него есть ряд, я считаю, выдающихся продуктов, ряд достижений, ряд взаимодействий с ведущими компаниями. Вот это, мне кажется, стратегическое преимущество, которое обеспечит в будущем развитие Elvis. Еще раз поздравляю компанию с 25-летием. Желаю, чтобы следующие 25 лет ознаменовались таким же темпом развития. Всегда привожу пример одной из самых долгоживущих, самых успешных компаний. Это IBM, ей сейчас больше 100 лет. Вот чтобы компания существовала и развивалась, по крайней мере, не меньше, чем IBM. Биз ТВ присоединяется к поздравлениям друзей и партнеров Elvis Plus. Мы желаем юбилярам процветания, новых интересных проектов и еще многих лет успешной деятельности.